Всем привет! Продолжаем готовиться к праздникам, и сегодня у нас очень красивый и яркий салатик под названием хлопушка. Получается он очень вкусный, сочный. Обязательно попробуйте, кто не пробовал, ингредиенты укажу внизу под видео. Для начала подготовим лук, нам необходимо его замариновать. Для этого одну небольшую луковицу нарезаем небольшими кубиками и отправляем в мисочку. Добавляем сюда пол чайной ложки сахара, пол чайной ложки соли, 2 чайные ложки 9% уксуса и заливаем примерно 100 мл теплой воды. Все перемешиваем, оставляем на 15 минут мариноваться. Тем временем нарезаем куриную грудку, у меня грудка запеченная, можете использовать отварную. Нарезаем небольшими кубиками. На крупной терке натираем картофель, отваренный в мундире, который я уже почистила. И также натираем на крупную терку отварные яйца. Все подготовлено. С лука не забудьте слить лишнюю воду. Салат удобно будет собирать с помощью пищевой пленки, поэтому на пищевую пленку укладываем первый слой салата, это отварной картофель, и распределяем его в пласт примерно пол сантиметра толщиной. Хорошо его утрамбовываем и наносим сеточку из майонеза. Распределяем и не забываем посолить, если картофель не соленый. Далее у нас идет слой курицы, у меня запеченная, но вы можете использовать, как я уже сказала, и вареную. Не укладывайте до самых краев, отставляйте примерно по сантиметру с каждого края. Далее на курочку укладываем маринованный лук и делаем сеточку из майонеза. Следующий слой – это отварные яйца, которые также необходимо будет посолить и нанести сеточку из майонеза. Вот здесь майонезом нужно промазать хорошо. Последним слоем у нас будут зерна граната, они придадут весь шик и блеск этому салату, необычный вкус. Распределяем зерна и с помощью вот так вот краев пленочки начинаем сворачивать наш салатик, чтобы вся начинка у нас была внутри, а снаружи был только пласт картофеля. Все это заворачиваем и убираем хотя бы на час, чтобы салатик у нас настоялся и принял нужную форму. Салат наш настоялся, полностью промазываем его майонезом. И для украшения я буду использовать отварные свеклу и морковь, и также отварные куриные яйца. Натираю все на мелкую терку и слоями украшаю салатик. Также для украшения использую зерна граната и консервированные кукурузы. Вот такой салатик у меня получается. Снизу оформляю все листьями салата. И можно подавать к столу и наслаждаться. Всем приятного аппетита, хорошего настроения и до новых встреч!